идет? Не идет же, нет? Ну там я точно не смогу стримить, там очень громко. А там еще ресторан есть, и там караоке. Караоке? Ой, сори, а где караоке? А караоке? Какое? Ту, другую. Ребята, мы вернулись. Сидите в чатике, если я лайв. Там красивый вид, но там холодно, я туда не пойду. Ну смотри, кстати, есть пледики. Да, ну я попозже, если что. Вот сейчас, ну давай да. Сейчас выпьем, а мы можем выпить, но как бы не там, там очень громко. Нет, мы можем нет, там нет, взять? Нет, неудобно. Ну да, неудобно тоже. Я просто не могу там стримить вообще очень громко. Как Света покатывала. Кстати, красивый вид.
Все, до свидания. Они слышат меня? Они слышат меня? Они слышат? Если близко будет. До свидания, Мира. Мира улетает. Как же там громко? Как там громко? Невероятно громко. Сейчас мы попробуем найти потише место и допустим даже. Я взяла тут примок, но что делать? Как обычно. Плохой вид, смотрите. Так, а меня видно будет, если я переведу? Ну, слушай, привет. Так, тихо. Привет. Я не знаю, куда сесть. Я нашла свет. Да будет свет. Я прямо под лампой. Ребята, там очень весело, но очень темно и очень громко. Там много народу, много девушек тоже. Интересно было бы с ними пообщаться, вам показать, но невероятно темно и громко, поэтому... Fuck this place. It is so loud. Dude, that... I'm trying to make this stand. That room is full of people. It's like very fun. Everyone's like drinking. The music is too loud. It's really dark. Fuck, why is this not standing? Fucking stand. What the fuck is wrong with my stick today? Alright, I was just gonna hold you. It's fine. So... I can't stream there. And honestly, I shouldn't, because people are actually like trying to have a good time and drink there. And it's like a kind of like a private party, so.
там музыка нормально. Я понимаю, я могу показывать музыку, но при этом ничего не видно и ничего не слышно. Единственное, что я могу сделать, это повернуть камеру на красивый вид, и вы будете... О, кстати, я венцу оттуда принесла. Вы будете наслаждаться. Раз такое устроит, вариант. Пойди чату, бару или бум. Так как же я? А как же я? Я упал. Дарина, вы ничего не увидите, не услышите. Я вас тогда поставлю у окна и будете смотреть на окно. Но вид очень красивый. Это 21 этаж. Лота платье, конечно, да. Ира, ты потрахаться уходила, если бы фонарик включила. Вы видели, Света включила свой подсветок, она включила и начала плясать. Какие-либо светика. Даже Олеся немножко раздобрела. Вот это ее сверхнервозное лицо уж как-то стало. Ира пьяненькая, еще нет. Кстати, ночью даже неплохо, мы сказали, 3 бокала вина. Дело идея, что у Светки там падал. Пускай ты останешься для них сюрпризом. Пообщаться немножко. В отражении.
намного больше людей. Несколько языков знаешь какие? Мне нравится, что он на русском и на английском сразу написал. Фактически три, но французский я никогда не практиковала. Я учила 6 лет в школе. И, ну, я была в принципе всего пару раз, и без практики я его быстро забыла. Как только английский и русский? Русском матери не будем считать. Ребята, к ботоксу вообще не стоит притрагиваться, мне кажется, лет до 40. Потому что это такое дело. У меня и морщинок толком нету, поэтому смысл нет. Смысл. Я знаю, ваше любимое слово это ботокс, но только люди в возрасте пользуются. What wine is your favorite? What is it? I like dry white wine. This is Pinot Grigio. That's what I usually order. Мир доскакает стрим. Честно, я хочу выключить стрим, пойти просто отдохнуть. Повеселиться. Вы все равно там ничего не слышите, не увидите, поэтому... Вот как-то так. Вот как-то так. Тебе уже 40, мне уже 50, ребята. Сюрприз. Yo, Quaro, thank you so much for the sub. Welcome to the channel. Were you the one who was saying that? You want me to drink it myself? Добро пожаловать, бро, на канал. Спасибо. Подписывайтесь. Почему все пишут «Слава Украине»? Герой, слава! Язык подрог. Слушай, мне понравилось сегодня философское такси. И до философского такси интересно было в Чехане тоже. Откуда у меня успех был, а ты же на У. Что-то там на У начиналось. А до этого была у нас Красная площадь и ЦУМ с велосипедом. Тоже было интересно. Но в любом случае, я уже 4 часика отстримила, был неплохой стрим, так что... Мне кажется, хочется с вами остаться, но вы ничего не услышите, не увидите, как я вернусь в эту комнату. Ничегошеньки. Какой отдохни, она каждый день отдыхает, пусть контент пилит. Откуда ты знаешь, что я делаю каждый день? Мне интересно. Ты за мной следишь или поставила везде жучки и камеры? Мне так интересно, когда люди умничают, когда не знают, что я делаю. Может, я разгружаю кирпичи каждый день с завода? Ну, как бы я уже с вами убиваю. Хорошего вечера, работяги. Просто ты не я. Давайте я вам покажу вид очень хороший. Если мы пройдем. Даже два надеть. Замечательно. Боже, как здесь холодно, ребята. Давайте быстренько. Быстренько. Хотя я уже выпила гликерин и практически бокал вина, но как же здесь холодно. Это у нас что? Редисон, Москва-Сити. Все видят? Вдалеке. Очень плохо фокусируется. Редисон, Москва-Сити. Тот же самый вид, что, кстати, мы могли бы даже посмотреть на наше окошко, оно вот там находится, я не чудил. Боже, как здесь холодно. Даже в пледе я замерзаю. Очень-очень холодно. Да ну его нафиг. Очень-очень уж холодно. Здесь у нас находится какой-то
типичный банкетный стол, судя по всему. Макушка Кремля. Узнаем по звездам. Это что? Нью-Йорк? Нет, это Москва-Сити, кстати. Это, кстати, тоже Москва-Сити. Кстати, здесь неплохое освещение. Приводим в этот зал, ничего не видно. Интересно сделали. И кальян. Это цветно пахнет. Вот это получается второй напиток, и его, он уже идет. Обычно я два напитка.
Но опять же, это или пятница, или суббота, когда я гуляю или там с кем-то в компании, поэтому я не считаю, что это алкоголичное бухание, или как вы так называете. Опять бухаешь, бля. Вот так, у меня нет такого отношения. Алкоголичка, не, ну это перебор. Простите, что я коку не пью, потому что мне 12 лет, и мамку мне больше ничего не наливает. Спасибо за подписку, бро. И добро пожаловать. Wait, I promised you a drink. All right. This is for you.
Wait, I don't think I should chug the whole thing. I'll drink half of it, yeah? Thank you, and welcome. Actually, they're not perfect. Look. Wait, look closer. Wait, there's a light. You see, it's not perfect. The bottom ones are a little off. Top never ever had braces. And the funny thing is, all of my family has the same teeth. It just runs in a family. We have generally just very good teeth. No one ever wore braces. Oh, I remember in Philadelphia, you were asking me to speak English if you were to stop. All right, I'll speak. Next 5 minutes will be English only, yeah? Ни разу практики не сделал, нет. Все семьи очень хорошие зубы. So, here's what is really good in our family, right? It just runs in a family. Teeth, skin, all of us, the entire family. Lol. We're all pretty smart. But you know, if you don't work on it, obviously you don't work on it. Like I don't, you know. Last few months, what was I doing? Streaming, drinking, playing games. That's your grading, okay? You start to fucking dumb yourself. You become dumb, okay? If you don't use your skills, if you don't work on your skills, if you don't try to develop your talents, you just degrade. You go down, not up. Down. We need to go up. But yeah, honestly, my parents are so smart. We all were, dude, in school, I know it's not a definition of it, but in school, we all had straight A's. All of us. And it was so easy, also. And Russian school is way harder than American. From what I've seen, like, again, depends on the school, way, way harder. Because when I got into college in the United States, and the college I went to was pretty good. It wasn't Harvard, but it was pretty good. Everything was so easy. I knew most of this, everything math, algebra, geometry related, I already learned in middle school in Russia. Everything was just so easy. But since college time, I don't remember ever reading a book or I feel like I just started going down instead of up. Like, the degrading process started. I just was like entertaining myself. I was going out, drinking, playing games. Fucking door. You know, like, and once you start working on yourself, once you start actually, like, it's like, imagine how you exercise your muscles so you become buff, so you stay buff or become buff. If you start exercising your brain, if you stop exercising your brain, I feel the same thing happens. You degrade, you go down. And I feel like streaming on Twitch, considering we just play games and talk about TVs and whatever else, nothing really that intelligent or smart. We're not really bettering ourselves in any way. Maybe I bettered some social skills, but that's about it. I am disappointed in myself. That's true. I feel like in the last few years I haven't really done much progress. At least not in Mira, debate destiny. See, I'm too dumb at this point. I degraded myself. A few years ago, yes. Especially if I could do it in Russian, yes, I would love to. Not anymore. I need to exercise. You need to help me exercise, chat. Let's have intelligent conversations from now on.
only intelligent conversations you know. Nah, Russia's pretty low on the education scale. Singapore number one. I don't know what Russia is in the education scale. I was speaking for myself, for the school that I went to in Russia, and for the school that I went to in the United States. And both of those are pretty good for both, you know, like on the list of the average ones. They were above average in those countries. And the amount of knowledge that I have gotten from school in Russia was way more advanced and beyond and more saturated. What is your cut print? What's a cut print? Is it Friday? Yopa, yopa. Yo, Mats, never mind. Ну что, идем в этом свете? Оказывается, она внутри, я думаю, что она... А, вы об этой, я не поняла, о чем. I want to go back in our little party room, but you guys will not be able to hear or see anything, so... I might as well turn it off, I guess. Why you guys freak out? Is it because you agree with what I'm saying? Of course not. Of course not. Of course not. Of course not. Oh, that's more wine. That's ours. That's ours. Wait, I've been live for 47 minutes. Oh, my stream cut off? Yeah, now I see. It doesn't tell me it was cut off. It says I was streaming for 4 hours. But I guess it did cut off. Just ditch us already. But I love you guys. Вот отстать от нас своего золота, правда?
Нежели на стриме искали на пары, нету, представляете, сих пор. Почтамушто, почтальон. Только одна песня приходит в голову, но я, по-моему, плохо пою. Action! You happy because as long as you turn the camera, you have sex. That's not why people are happy. That's not a love song. It doesn't make you happy. Love. Мира, когда будет нам класс с тобой? Скоро, бро. Главное поспешить, чтобы не пропустить. Мира, get on pill before night is done. What pill? What pills? I don't think I'm any pills right now. I'm just taking vitamins. I even stopped taking my birth control. Just vitamins, okay? What's the lady? Wait, what's going on? Yeah, what's going on? Don't drink too much, don't worry. You know, I feel like drinking is something that you just need to practice doing it. And you once you learn to drink, you'll know how much you need and when to stop and we'll try hard, I guess. So I feel like I practice plenty. So at this point I pretty much never have too much. I know exactly how much I need, how much my body needs to chill, have a good time, and I stop. Это внутри. Это черные дыры, где ничего не слышно, ничего не видно. Что поделать? Мое ушко эльфийское. Ребята, кем мы были в прошлой жизни? Боже, как ужасно они поют в караоке. Вы слышите, это караоке ужасное? Мира такая открытая девушка, ты с такой внешностью удивительно, я удивлен. Артем. Я не настолько открыта, кажется. Нет, куча страшных секретов и скелетов в шкафу. Чтоб ты знал. Йоу, Дек 50, спасибо тебе большое за подписочку. Добро пожаловать на канал, бро. Thank you so much for the sub and welcome, brother. Where are you from? Hello. Караоке как будто не носилось, я обычно не работаю. Что значит не работаю? А сейчас я что делаю, по-вашему? Развлекаюсь? Неблагодарные твари. Мира, я знаю, что твои секреты, ты понимаешь, о чем я? Нет, не понимаю. Иди за второй бокал. Не, мне достаточно. Вот видишь, я знаю просто, сколько мне нужно. Мне достаточно. Сейчас я перекушу, мы там заказали, по-моему, салатик. Вот это. И роллы. Выпью водички и все. Мне будет достаточно. Мира, за его следит какой-то киргиз. Где? Где? Мне нужно еще один мужик в глаза. Ешь роллы там паразиты, Dance Game. Как-то долго бокал. Сюрбаешь. Что такое сюрбаш? Сюрбаешь. How long did you learn to speak language? I mean, I
mean, like I started learning a while ago, like when I was 6 or something. That's when I went to the first grade in school, in elementary school. But I don't know. It's like, what do you mean? Like, what does learning mean? I had class like 4 times a week. You know, like 4 hours I was learning. And then the higher up in school I would get, the more classes I would get in English. So, and then I got to college where I spoke pretty much nonstop because it was in the United States. So it's like, it doesn't really matter what age you start learning. It matters how much practice you have doing it. So, speaking the language. Что ты смотришь, я не вижу кто. Сзади пак. Где? Что у него? Дай потом попаешь. What? Что? Это твич. Как у вас вечер проходит? Ребята, как у вас вечер? Ты когда будешь сидеть? А? Когда будешь? Выйду? Да. Никогда. О, я не вижу песни. А я не снимала там. Я снимала, я показала просто А можно я в углу посижу, у себя поснимаю? У себя, пожалуйста, можете снимать, если никто не возражает. То есть вы заходили в наш зал, снимали гостей, у нас есть возражения гостей, только все. Окей, я больше не приду. Скажите, а если без него, у вас не освободилось столько попить в караоке? Нет, там надо сидеть постоянно. Там надо постоянно сидеть? А вы не хотите в караоке попеть? Ну, надо. Точно? Там очень длинный, а за песню 50 минут. А вы решили, да потом вы были кушать. А когда сюда ходите, уже не... Я поняла, спасибо. Я сейчас дообщаюсь и потом... Brain drop. Дап-дап-дап. Дап-дап-дап. Видишь, какие здесь все такое, типа, VIP-заведение. И здесь люди против того, чтобы снимали, поэтому... Все очень чувствительно относится к камере. Очень-очень чувствительно. Сюда не зайти, туда не зайти, сюда не зайти. Другое дело, когда мы идем по какой-нибудь крышак, типа там наши любимые, куда мы ходим? Багабар или прочее. Да, пофиг. Там эти бабы вот так танцуют, поснимают. Да. 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 Интересно, что ДНР. Тра-та-тра. Скажи, что после съемки, да, все ударит. Нет, не играет никакой. Guys in Samira would love to have fun time together, not in a sexual way. No, it's so cool. I get really mean. I love it. I love having friends and having a good time with them, for sure. I actually very much appreciate when people just have fun and not afraid to have a good time. You know, because some girls and guys, especially in Russia, are very uptight. I don't know. It's hard for me at times to go out with them, but like, really chill. That's why I like people, silly people, not afraid to have a good time, and that makes sense. Not so much on camera. I understand how on camera people can get like a little uptight. You know, I feel the same way. When I stream, I don't really act like myself that much either. Something about being in a public eye in front of a lot of people makes you act a certain way. You know, it's like, don't make a mistake. Just be very neutral. So you're not upsetting anyone. Yeah, that way. Where is it like Disney World for me? Там просто свинг-пати, Мира без мужика. Такой обычный ёрк-макарёк. Не страшно твоим девушкам в таких заведениях? В смысле, здесь очень много людей. Причём, в смысле, такие заведения. Это очень стабильное заведение, если вы ещё не заметили. Снимать по закону можно, но можно не по закону и по ебалу получить. Ну подожди, если попросили не снимать, значит, нельзя. Что мне делать? Если попросили и сказали, ой, вот эту девушку в красном нельзя снимать, это значит, что ее нельзя снимать. Понимаешь? Если вот она подойдет и скажет, меня нельзя снимать, значит, что я не должна ее снимать. Вот в чем разница.
есть, но в принципе снимать можно, в принципе. Только если это не какая-то частная территория или какое-то частное лицо попросит тебя не снимать. Mira, what is your go-to food when you're drunk? I don't know, dude, there's so many good foods. Светик, привет! Я по тебе скучала. А меня чатик видит? Да, тебя сейчас смотрит. Привет, чатик, ты скучал по мне? Подожди, это твой первый бокал? Я сейчас приду. Это твой первый, подожди, это твой первый бокал? Ты до сих пор его не выпила? Это что такое? Шалишь, Светик. Смотри, какая юбка у нее огромная. Это что такое? Chat, is it just me or this is a little too much of a stress? This almost reminds me of like the 16th century. Do you guys remember like the 16th century when they wore corsets and like really, really wide dresses? Dude, Russian women really do like to dress up, don't they? It is fun. Crack. Конечно, помню, но уже 500 лет. Но главное, что ты понял, что я сказала по-английски. Молодец, Зая. Я ставлю тебе пятерочку жирную. Дневничок, ставлю тебе хорошую пятерочку. Ты сделай вид, что не понимаешь и говори совсем не по-английски. Hey, that's rude. That's me. Mine is buffalo chicken pizza, it's the best. I don't ever try, I love buffalo sauce. Wait, not buffalo. Barbecue sauce. I don't know. Buffalo barbecue ribs. Barbecue buffalo chicken. Что, он себе позволяет? Пусть извинится. Бро, извинись. Видео снимать по закону можно везде, это где не запрещено законодательство, к примеру, военные объекты, а вот публиковать можно с разрешения. А, окей. Подожди, если тебе подходит и говорит, не снимайте, при этом люди работают в заведении, то значит, что не надо снимать, правильно? В любом случае, те, кто работает в заведении, могут тебе сказать, можно ли в заведении или нельзя снимать. Или, допустим, человек, да, я уверена, что, опять же, я не юрист, я не знаю, какие у человека права, но я уверена, у кого-то есть право, типа, если они не хотят быть сняты, они могут сказать, не снимайте меня, и человек должен прекратить его снимать, правильно? Я сейчас Свету подожду, когда она вернется, тогда я с ней пойду вместе обратно. Калина Бар, так точно. Человек, который попросил тебя не снимать завтра, был уволен, то ты можешь выложить видео. Окей, допустим. When are you coming back to... Пошли нахуй не снимать. Понимаю, опять же, я не юрист. Я бы, на самом деле, мне нужно поговорить с кем-нибудь, кто хорошо владеет законом, по крайней мере, у нас в Российской Федерации, уточнить, какие у меня права на то, чтобы снимать или не снимать. Плюс ко всему, у меня не просто же съемка, у меня сразу же идет это все на Twitch, поэтому... So, Светлана, baby, I said hello, beautiful, okay, I will, okay, brother, I will. Пора охрана называется, окей. Ты же не на юридическом учил. Я понимаю, но мне хочется уточнить, потому что зачастую, когда мне запрещают снимать в том же самом торговом центре, или вот сейчас я нахожусь в баре, ну не в баре, здесь такое заведение, просто для отдыха, мне хотелось бы знать, какие у меня права лично, как у стримера, что я могу и не могу снимать. Поэтому, если какие-то есть у нас сейчас из зрителей, ой, у меня же начала ломить то, что я плохо держу камеру. Кто-то из зрителей у меня знает закон Российской Федерации, уточните, пожалуйста. Can I come pick you up in my helicopter to be content? No, I'd rather walk. Plus, it's gonna be really loud on the cam. Thank you.
Когда-нибудь. По-моему, я так часто говорю, что я слишком наглая, меня скоро побьют за то, что я такая наглая. А опять же, я это делаю для Твича, для контента. В жизни я очень... Смотрите. Перевернула. Okay, I flipped it upside down. Yeah, this is my favorite bracelet. It's a bee. Bee, 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 bee. Только слюни. Всего. Be yourself. Be yourself. Где Света? Говорит, что я включила, ничего не снимаю. А, то есть вот так можно. Подожди. А зачем я тогда хожу? Вы хотите сказать, что просто нужно всем врать, что я не снимаю? Это сразу в сеть выкладываешь, так что чисто гипотетически у тебя могут быть проблемы, но это никому не надо, просто не снимай, не напрягай людей. Так снимать или не снимать? Вот в чем вопрос. Я не хотела слюнявить, просто у меня слюни почему-то вылезли, и поэтому, когда я переворачивала, у меня все слюнявилось. Скажи, что ты кого ловишь? Покемонов ловишь, окей. По-моему, же в покемон сейчас никто не играет. You never try my drink. What drink? What's your drink? Yeah, I'm happy. Are you happy? Not even alcohol. It probably is combination of several. Can you guys hear that karaoke? They are so bad. I'm really bad, and I can sing way better than this. Way better, okay? Like, times better. I'm not drunk. I am feeling the alcohol, though. 50-50, yep. Да, так и с нами, 50-50. Мира снимает торговый центр, пускай да и будет до ментовка вызывать. Мне кажется, лучше всего сейчас просто пообщаться с людьми из этой комнаты, со Светой, но, опять же, там очень... Там очень громко и темно. Если бы они сюда выходили, почетче. Я не могу ходить. Мне сказали, не ходи. Меня ограничили во всех правах. Мне сказали, это нельзя, то нельзя. Вы хотите, я могу как раз ха-ха-ха никуда ебаться. Окей, давайте попробуем. Здесь тоже плохо видно. О, кстати, здесь свет неплохой. Вот так, если стоять, неплохой свет. А сюда будет светить камера. Да, неплохой свет. Я делаю вид, что я снимаю себя. Окей. Домой иди. Что, уже? Уже идти домой? Иди куда хочешь, what the fuck, Мира, Монка С, Петух, Бакчап. Нельзя снимать, потому что на танцполе трахаются, навали кучу в зале и дюру оттуда. Думаешь? Думаешь, этого достаточно? Come on, bro. Stop staring, I don't know, you just felt like staring. Куда он, депутат? Наверное, поехал дальше. Куда нам депутаты? Мира, держи телефон без палки. Мира, гоу, Свете домой. Ему пипец. Кса-кса-кса, делаш, смотрит. Экшен, все тебе. Я понял, как это быть девушкой. Это пипец. Хотя бы ты теперь понимаешь. Хотя бы ты теперь понимаешь. The bull guy looks like mafia rapist. What? That's rude, chat. Why would you say that? That's so rude. Don't be rude, Chad, don't be rude, don't be rude. А, блин, вот написано, ёк-покарёк. Вот написано, чёрным по белому.
что, а где Света? Нам долго ее ждать? Это из элиты из ДНР. А что такое ДНР? Честно, я реально не знаю, что такое ДНР. А что это такое? Простите, пожалуйста, а вы не знаете, что такое ДНР? ДНР. Не, я не понимаю, о чем просто речь идет. Я тоже не понимаю. Ребята, что такое ДНР? Это черныша развлекает. Что такое черныш? А, вы все про чернильницу? Ой, какие красивые, кстати. Это новогодние украшения. Спасибо. Новогодние украшения. Дед Мороз. Да я не знаю, что такое ДНР. Я реально не знаю. Друзья, вы не знаете, что такое ДНР? Я тоже не знаю. А это ваши цветы? Нет, я их продаю. А, вы здесь работаете? А скажите, в чем заключается ваша работа? Продаю цветы просто. Вы продаете цветы? Да. А сколько стоит одна розочка? 500 рублей. 500 рублей одна розочка? А мне кажется, что это немножко дороговато. Не я цену устанавливаю, но мне кажется. А вот сколько бы вы считали, одна все-таки розочка стоит? Ну какая хорошая цена? Рублей 60, наверное. 60? Ну да, я бы больше 100 рублей не дала бы за розочку. Ну, можно и за 40 найти. Ну вот учитывая, что посадил семечко, да, вырастил кустик, ты срезал ее, привез. Ну рублей 100-200 максимум, но не 600, да? Хотя я видела, сейчас продают такие розочки голубые, прямо красивые. Но опять же, допустим, ты потратил деньги, да, на окрашивание, там, на какие-нибудь бриллиантики искусственные, там, знаете, на стразики такие. Ладно, допустим, 200, там, ну, 300 рублей. Но за обычную розочку 600 рублей, ну, перебор. Да, но все равно берут. Да, пахнет хорошо. А как часто у вас берут розочки? Ой, ну, все зависит от посетителей, которые здесь находятся. Если посетители не скупые, грубо говоря, и хотят женщинам сделать приятное, то часто. А медведь тоже продается? Да. Сколько? 10. 10? Да. Это практически полцарства в придачу. А вы не хотите выпить? Мне нельзя. Вообще нельзя, даже если вам принесут? Вообще нельзя. Это несправедливо. Я знаю. А вам нравится ваша работа? Ну да, здесь абсолютно делать нечего. Ну, в смысле, не особо нагрузочная и как бы идеи не получаешь все равно. Вы бы видели свое лицо, когда вы сказали «ну да». Это было такое, такое расстроенное лицо. Ой, какая няшность. Какая няшность. А как вас зовут? Аня. Аня. Мира. Очень приятно. Взаимно. Когда заканчивается ваш рабочий день? 5 утра. 5 утра? Я начинаю с 10:30 вечера. Надеюсь, вам хорошо платят. Просто на самом деле очень тяжело организму работать в такого времени. Поэтому обычно платят в 2 раза больше, когда работают. Я работаю. Почти год работаю, я уже привыкла. А, вы уже привыкли? Но вам хорошо платят? Такую информацию нельзя рассказывать. Давайте все-таки выпьем. Мне кажется, мне так хочется вас угостить напитком. Потому что вы сидите здесь, продаете очень дорогие розочки и работаете до 5 утра. Да ничего страшного, я уже привыкла, серьезно. На самом деле хорошо, что такой позитивный взгляд на вещи. Это самое главное, пишет уволенная. Нет, ребята, она прошла тест на каждый из наших вопросов. Она не приняла. Это был тест. Мы сейчас вас тестили, Анна, и у вас повышение. Мы прибавляем вам 5000 каждому дню вашего работы и повышаем вас до главного продавателя розочек. Спасибо. Я очень рада. Блин, я жду свою подружку, она ушла и не возвращается. Я не знаю, что делать, потому что мне сказали, что мне нельзя даже сюда проходить с камерой. Потому что там немножко волнуются люди. Так что же мне делать? А в какую сторону она ушла? Она, наверное, курить пошла. А? Наверное, она курить пошла. Она не курит. Она только писает. Может, она ушла покакать? Ну, лет здесь ближайшее. Да? Слушай, тогда я даже действительно не знаю, куда. Да, онлайн-трансляция. Я поняла.
да. Ты знаешь, что такое Twitch? А да, ничего, что на ты? Знаю, ничего страшного. Окей. А кого ты смотришь на Твиче? Никого. Ну ты знаешь, да, просто что это такое? А ты сама играешь в игры? Нет. Ни в одну игру? Даже на телефоне, какой-нибудь там Candy Crush? Нет. Максимум это 2048. А тебе можно же, да, сейчас тебе скучно, ты можешь зайти на телефон и поиграть во что-то? Поиграть нет, я хожу только в плане цветов. А так мне нельзя особо играть. Строгая работа. Да. Я понимаю, тяжело. Чатик. Почему вы пишете, что врет? Ты сказала 2.28? 20.48. 28, а не 2.28. 20.48 – это игра. 20.48, а она 2.28 не. Она не пудрит носик. Свету мы потеряли. Хочу же пройтись и посмотреть, где она. Аня, а ты не против, что я оставлю твою камеру на пару минут? Я хочу пойти с ним, где она. Просто я просто не хочу оставлять без никого. Если хочешь, можешь почитать чатик. Они вот здесь вот пишут. I'm gonna buy it for you now. I'm gonna buy it for you now. You deserve it.
Big shot, the one and only, man's not hot. Never hot. Ты так плохо слышишь? Boom. Two plus two is four. Minus one, that's three. Quick maths. Everyday man's on the docks. Smoke trees. See your girl in the park. That girl was a uppers. But the team went quack, quack, quack. You know what done, man. Alter, ask me, my brother. He's got a pumpy, bitch. Alter, my man. Hey, what's up? Светик! Чатик! А где ты была? Ты же пила
класс? Нет, еще нет. Я тебя искала, это моя подружка. Мне хорошая жопа, да? Ой, нельзя. Я забыла, что это. Они оба оказывают, да? А, тверкать нельзя. Тверкать. А ты тоже в этой теме разбираешь? Нет, я уже не разбираюсь, как это же, чем запахло. Они что-то походят вместе. Нет, чатик, вы скучали по мне или вы хотите опять меня оставить? А, что нужно зарегистрироваться? Пиши свой имейл. А, имя пользователя. Я вот так люблю, мне Светочка. Ладно, красавчики, я не буду вас отвлекать, занимаюсь с Мирой. А куда ты пошла? Я буду проходить. Я писаю, только на обратно буду подойдет. Она и меня подключила. Я черная. Все стрелки переводят на меня. Да. Вот, я ребята, круто!
бутико в Тебя открыть же, да, Инстаграм? Сейчас они все будут сабиться, ой, или как там, половиться. Бутико в Я говорю, дует! Английский дует! Делай это! Кто дует? Блин, у
Они шутят. Это они так к тебе подкатывают. Не обращай внимания. Это просто интернет-культура, они... Если ты не будешь это читать, если ты прочтешь что-то позитивное, то они будут писать это позитивное. Ребята, дверь закройте, дует. Дальше. Ребята, пишите позитивные вещи, а то сейчас останетесь опять со мной. Уйдет единственная девушка со стрима, Эльвира. Остальные там уже просто уборки творится. Да, я не могу уже показывать, там идет секс в полную. Дует у Кутикуловой. Тут как Кутикулова. Да, у тебя что-то такого разнообразия нету. Они к тебе подписались? Да. Молодцы, ребята. Продолжаем подписываться на инстаграм Эльвиры. Сколько за час? Это твой вот этот друг? Как вы познакомились с ним, кстати? Скажи. А где? В клубе? И до сих пор дружите, да? Твоя пирулька уже закончилась? Да. А ты хорошо, да, употребляешь алкоголь? Если у тебя организм воспринимает его, да? Редко очень. Я не знаю, потом что у меня было. 6 миллионов прислали. Yo, it's almost 6 million, 6.66 is... Bruh, sorry, I actually changed the donation sound to the Russian. Ну все, я миллиардерша. Купи тебе второе пирожное. Chat, but you won't be able to see or do anything. Ты не хочешь немножко пообщаться с чатиком? Они тебя любят. Сейчас я пойду к Свете сбегу. Это просто зарядка, я тут оставлю. Что, подписали, по-моему, на программу? You know, I'm gonna say my wife, you need that, man. Yeah, we need to do it.
Ладно, но вы же видите, что она обижается.
Хотя она такая, что говорит, что обиделась, но при этом возвращается. Я не пойму, или я ей нравлюсь, или вы ей нравитесь. Внимание от чатика или мое внимание ей нужно, не пойму. Чё? Чертежи, вот что сказала.
это не охранник был, это просто один из отдыхающих в дискубе. What's up? Are you drunk yet? He comes to me every fucking 10 minutes. My friend told me, Sveta told me, because she's friends with him, that he likes me. And she's like, are you into black guys? And I was like... Где твоя подруга, с которой вы стримили? Она там, просто она расслабляется.
А я вас туда не несу, потому что там темно и очень громко. Там очень все громко, поэтому. О, кока моя! Моя кока! Я хочу кока-колу. Как жалко, что там такая громкая музыка и так темно. Иначе бы я вас туда занесла и там бы стримила и общалась. И употребляла кока-колу. Заводы-то работают. Простите, заводчики. Вино кока запивать. Не знаю, мне просто очень хочется коки. Мне просто хочется газировочки. Сладкой, шуршащей газировочки. Знаете, когда пузырики лопаются. Она никогда не работала, чего вы от нее хотите. Вы бы посмотрели сначала на мои резюме, а потом бы открывали свои маленькие тупые ротики. Из мака лучшая кока? Кока и кокаина? Как скажете, ребята. Руби там экстази и пошли танцевать. Ребята, нам пора прощаться. Хотя, подождите. В принципе, пока что я могу вам просто, смотрите, могу сделать так. Производство и конвейер уже не остановить. Мира, ты где? Мы сейчас находимся в Lotte Fly. Он где платье же? А? Платье, вот ты поснимать будешь. Что? Так будет до утра будешь? Ну, мне нужно закончить, это моя работа. Работа? Мы влогеры. Да, Светик? Как у тебя дела? Отлично. Ты пьяная? Плохой микрофон. Здесь даже если не говоришь прилично, смотри, как они тебя любят, Свет. Дети ты еще больше. Мы самые родные. Сиськи так. Света! Им ничего не показала. Не храни. Нету никого, ребят. Нет черных. Самая черная здесь сегодня я. Нравятся черные, как я? Скажите, просто поставьте единичку, кому нравятся черные, как я. Один. Мире нравятся черные, как я. Покажи Орех. О, вот это красавчики. Вот это вот. Вот это я вас. Hope you have a good night too. Have fun and waiting you. We are waiting for you to come to Moscow, come to visit us. We will show you all our parties and we will spend time so nice here in the Red Square. Or maybe we will go to some bar, we will drink some vodka and we will eat some caviar. So you will like it. So caviar with pancakes, by the way, is the best of Russian dishes. So you are welcome. Come join us in Russia, Moscow City. Самой, да, у тебя получится, я в тебе верю. Особенно вот так у тебя получится. Да, только не ставьте в YouTube. Эй, танцуй пока молодой, бро. Все-таки Света выпила, это очевидно. Кстати, я не пьяная. Ребята.
одна есть подруга, подождите, сейчас я вас еще познакомлю. Это Неля, подруга моя. А ты кто? Лида вообще. А нет, она не вспомнила, это нормально. Вот это папа. Стрим Twitch называется. Oh.
my neighbors at? Neighbors at. Его не видно в темноте, лол. А, Мира, что за... Я... Никто ничего не делал, никого не трогал. Вы можете в джипсе прийти? Я вообще хочу домой спать. Чисто стою вас, развлекаю. Светик, ну что, вы готовы? Сейчас. Где камыш? Тям. Тям камыш. Погнали в шаверму. Если Света извинится, то не шлют. А за что ей извиняться, глупыши малыши? Она хочет в дюран с подружками. Ну, допустим, значит, поедем в дюран с подружками. Что делать? Медвежонок. Они вас будут сейчас обожать. Две симпатичные девушки. Диана и Нинель. И я. Такое необычное имя. И я. Но тебя они уже знают. Как у вас вечер проходит, ребята? Это Twitch. Нас сейчас смотрят 1500 человек. Им интересно, как проходит ваш вечер. Горошек. Ля, правая ничего, правая ничего. Ля-ля-ля-ля-ля. Мира, ты не против, если мы приедем в Дуран? Вы то же самое писали про Калину Бар, поэтому никто не приехал, я пукарёк. Apparently he's one of the people that runs this party. Sveta is friends with him, that's why we came over. Because she's friends with him. Зачем ты по себе подбираешь людей, в смысле? Кто по себе подбирает людей? Света по мне.
Встреча подписчиков будет, да, в Дюране сейчас. Через полчаса в Дюране встреча подписчиков. Зачем они тебя отличаешься от этих клонов? Мы тебя любим. Какие клоны? Че такие, Джиджима? Че ты такие злые? Синяшные, синяшные. Miracle Dance. I would love to, but then I have to turn the stream off because it's too loud and dark in there. So it's like, this is one of these nights when I'm just chilling with you guys. So I hope you appreciate the fact that you've been my family. Гуси Бромас? Конечно. Кто? Бромас, братан. Кто на Спартак забирает? А Гуси Бромас? Нет, точно. Ну, а ты не можешь сказать, что я извиняюсь, с которыми ты дружишь много лет, блядь, а не встретилась недавно?
Да не, здесь все вырубается, мы в лифте. А, ну хорошо. А потом это не будет онлайн записано? А, куда? А вряд ли. Все вместе? Все едем. А куда мы? А в Дюран так не пустят. Серьезно? Не, в... Как не пустят? В Google не точно пустят. Не пустят. Может, я спрячусь за вами? Ну, так пустят. А я могу тебе пустят. Дать шубу, чтобы ты одела вниз и закрыла. У тебя шуба до самых пяточек? Нет, ты можешь ее вот так, да? С пояса одеть. А меня пустят? Девчонки шумят, алкою. А куда вы все? Они снимают уже, а чем у вас? О, паспорта! Кому нужен паспорт? Не надо, я хочу. Паспорт. Me gusta la mañana, me gusta esto. Где наш такси? Wait, my stream didn't die? What the fuck? How come it died? Да ладно, женщина просто жестко. Ты про что? А, блин, зачем ты нас сдала? Не, я думала, он умер, стрим, а он не умер, я не знаю почему. Теперь Яня ко мне подходит, давай. Ран. Я сказала, что я домой. Ау! Ну, а что мне сидеть вот прям? Me gusta la mañana, me gusta esto. Me gusta la... Татьяна, me gusta esto. Je ne sais pas, je ne sais pas. No snow, there is no snow. It was snowing a little bit earlier on, but like little snowflakes, you know? Да, исполнить, Татьяна, давайте. Светлана, пошла, пошла, пошла. Да, от бедра, от души. Эх, зажигай, русская душа, эх. Только не выставляй в YouTube, пожалуйста. Они за меня выставили. Работяги за меня выставили. Ну и что, куда? Ну, в Дюран же такси. Она еще не подъехала? Приезжает, хоть Volkswagen коричневый. Дюран мне вот так вот точно не поедет. И что мы будем? Ну, куда мы поедем? А я вот так сделаю. Значит, ты поедешь домой. Значит, ты поедешь домой. Значит, Мира поедет домой, ребят. Значит, Мира поедет домой. Что вы думаете? Вот, вот выезжает Volkswagen. Что решили-то? Не, мы. Я в любом случае у Дюрана живу, так что я в Дюране практически. А, может, и за нами. Может, и нас было вместе. Может, нет? Да? Похоже, что нет, на заказе в следующий раз, да. Мы тоже вас закажем. Мы вообще любим. Нет, не надо меня заказывать, я люблю жизнь. Это точно наш? Здрасте, вы наш? Ля лазанья, мне густо стук. Мне густо ля гитаня, густо стук. Ой, какая ты мягенькая. Ой, какая ты хорошая. Можно потрогать шубку? Что ты, это шиншилла. Что ты не взяла чего? Шиншилла мягенькая такая. Все трогают, все трогают. Молодец. Ты мой мягенькая зверюша. Ты мой мягенький зверюша. Так, я не знаю, какой паспорт. Я уже паспорт тоже отбираю девочку. Кто не знаешь? Ну, взяла шубу тоже. А при чем тут паспорт? Mm-hmm. А что это такое вообще? Что ты взяла? Привет. Чатик, привет. Как дела? Ой, уже 2 часа ночи. Ничего себе. Мы пропустили спокойной ночи малышей. 9 часов вечера это было. Ну, блин, давно пропустили. Я так рада тебя сегодня видеть. А я как будто с тобой не расставалась. Да. А как вы, что я такой человек? Когда вы последний раз друг друга видели?
Года два назад. Нет, подожди, мы в Дубае с тобой не виделись разве? Ты из Дубая, что ли? Она вот из Дубая приехала. Это моя девчонка, моя. Вы в Дубае познакомились, моя, да? Да, мы познакомились в Дубае в 2011 году. В 2011, сейчас 17. То есть считайте чатики, сколько это? 6 лет. 6 лет мы знакомы. Многие из вас только и не жили, понимаете? Да я думаю, есть хотя бы по 6 лет. Ребята, вам есть по 6 лет? Кому здесь по 6 лет? Или вам 5,5? Мне 4. 4, мне 4. Мне 3. Мне 3,5. Мне 3,5. Шубка. Какая мягкая шубка. Я жалею, что я своего шоу кота не взяла в голову. Еще и кот у тебя есть. Киса. Неплохо они в живу, Дубае. Главное, в Дубае. Неплохо они в Дубае живут. Живу, мы, значит, Дубае, в Москве главное, ходим в пуховиках, а они в Дубае в шубах. Ребята, это разве справедливо? Скажите, пожалуйста. А когда в Дубае? Зачем вы ставите цифры? А я живу. Сколько им лет, пишет? Поэтому... Ладно, мы поняли, что вы все любите поупражняться в остроумии. Косметолог. И не только. Женская одежда. Откуда вы? С Турции. Ну, хорошая. Ну, я сейчас свою линию делаю. А что за линия? Расскажи. Дизайнерская линия будет называться... Все потом, ребята, все потом. Шиншилла клуб? Нет. Шиншилла from Dubai. Я надеюсь, что... Молодежи будет нравиться. Ля ми густо. А что будет в твоей линии в основном? Белье, сумки, одежда. Женская одежда. Женская одежда. То есть, если я приеду голенько в Дубай, меня сразу оденут? Можно сказать, так будет смешано стиль Мэрилин Монро, ретро, что-то такое. О, я так люблю ретро стиль. То есть, если я приеду голенько в Дубай, ты меня оденешь? Конечно. Хотя, слушай, я обожаю ретро стиль. Хотя, если ты приедешь голая в Дубай, это будет... Революция! Ребята, чатик, как вы думаете, сделать ли мне революцию в Дубае? Приехать мне голенько? Мне кажется, тебе не пусть. Я помню, когда я первый раз в Дубай поехала, мне... Света, у тебя красивый шаманство. Ребята, это я родинку удалила, она еще такая там... То есть... Ты удалила родинку свою? Да, да. Не заросло еще просто. Должно затянуться. Это затянется, да. Я думала, ты этот... Сковырнула. Нет. Будешь бачку? Да, нам же целоваться потом. Господи, с кем? С тобой. Ребят, нет, это на самом деле я удалила родинку. Это называется нож. Каким-то ножом. Радионож, по-моему, да. Радионож. Коагулятор. Калькулятором? Нет, коагулятор. Ножевую удаляется, зажигается. Я здесь и здесь. А эти оставила, да? Эти симпатичные. Эти две оставила. На самом деле, вот эту... Я все раньше удаляла лазером, но они появились обратно. Вот эту я тоже удаляла лазером. Где? Ну все удаляла, они появились, и вот эту. Но эти я две оставила, а остальные сейчас опять удалила. Они еще не затянулись, так что, ребята, ну извините, что у меня шрам на носу. Ну простите, я понимаю, что вы все такие эстеты. Идеальные. Вы все, а мы не очень. Красивые, но, простите, извините, мы не очень. Не такая красивая, как вы. Да. Ну простите, нам мне расти, этот расти недочет. Да. Придется вам смотреть на меня вот такую, со шрамом на носу. Ты повернись к лесу, как говорится, задом. К избушке передом. К лесу задом. А это ребята были, которые тут как. Блин, ну зачем ты Янику нас сдала? В смысле? А ты мне хоть раз сказала не говорить, куда мы едем? Не сказала, так я откуда знала? Вот. Я думаю, наоборот, буду вежливо и приглашу его тоже. Почему Мира нас сдала? Вот скажи. Даже ты не предупредила. Предупреждая своих Мира планов. Нас сдала. То есть мы сказали, что мы дома. Ну, ему было неприятно, да? А зачем ты ему соврала? Было, наверное, да. А что? Не, я просто спрашиваю, зачем? Я не сужу тебя. Ну, потому что, ну, не хотелось мне. Да, нужно было меня предупредить. Как его зовут? Яник. Откуда вы его все знаете? Слушайте, а почему меня сейчас... Мой друг приглашает в кино. Как вовремя. А кино сейчас открыто вообще? Какой фильм просмотреть? В 3 часа ночи. Я думаю, не детский. Он думает, он домой приглашает на ночные фильмы. Он мне говорит, только быстрее думай, а то не успеем. Сказка на ночь. Сказка на ночь. Сказка Лена Погласки, Светы. Ой, ребята, вы не представляете, сегодня такая веселая ночь. Обычно я сижу дома. Да. Я хожу в спортзал. Да. Кушать готовлю. Да. И сижу дома.
Еще я люблю погулять с родителями. Они просто думают, что я неадекватная. Они тебя обожают, Свет. Я их тоже, но все-таки они, наверное, думают, что со мной что-то не в порядке. Угу. Так вот. Да, часто фильмы смотришь. Ну, периодически. Вообще, я обычно дома сижу. Но сегодня такая у нас веселая ночь. Мы вот так встретились. Слушайте, девочки, давайте. Нелли, оставайся в Москве. Всегда? Диана. Мне надо выйти замуж, чтобы остаться в Москве. И нам надо. Что делать? Всем надо. Давайте вместе поженимся. Почему? А почему нужно выйти замуж? Гражданство получить. А, у тебя какое гражданство? Тут чатик, смотри. Не русская. Кстати, вот ищу мужа, нормального мужа. Так сегодня же к тебе пришел один там. Ищет мужа. А что, в Эмиратах сложно найти? Можно быстренько резюме свое? Так, резюме. Столько лет, столько увлекаюсь котиками, снова, вышиванием. Подожди, мне снова 23. Вот, хозяйка своего бизнеса. Так. Две машины. Вау. Ну, вроде бы красивая, нормальная. Очень даже. Так, что еще рассказать? Ой, я тебя обожаю. Твои хобби. Завоевала мисс Эксклюзив в 2016-м. Вава Вива. Дальше. В декабре жду своего выпуска журнала «Модный дом». Ой-ой-ой. Где будет маленькая статья вкратце о моей жизни. Так что, ребята, желающие, пожалуйста, в личку. Инстаграм, пожалуйста. Как они смогут с тобой сконтактироваться? I'm best Нинель. Еще раз? I'm best Нинель. Ребята, вы можете ее найти у меня в Инстаграме. У меня тоже. Кстати. Если кто... Она I'm best Нинель. Если не найдете, найдете у меня. Все. Чатик. Забираю, пишет. У меня есть это, I'm best. До пуха один раз живем. Мы диваны на Войковской. Забирай меня к регазам. ЧСВ, best Нине. ЧСВ, что такое ЧСВ? Я никогда не запомню, что такое ЧСВ. Чрезвычайно. Что? Что? Подожди, я вспоминаю. Чрезвычайно. Я готов капа-капа. Что такое капа-капа-капа? Они готовы очень. Требования, спрашивают, требования к мужу. Тут 50 метров. Главное, чтобы не гулящий был. Все? И чтобы хорошо зарабатывал. Не гулящий, зарабатывал. Так что, ребята, не надо сидеть в твиче на диване и работать. Мне интересно будет с бедным. Ого! Ого, какая шуба! Где, 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 где? Ого! Ого! Бежи! 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 Подожди! Да подожди, они смотрят на него. Я не могу. Розовый! Вернись! Это не вам. А, я тебя видел, по-моему. Где ты меня видел? Ты все время, да, с камерой? Я все время с камерой. Прости. Я всегда с собой беру видеокамеру. Я всегда с собой беру видеокамеру. Ребята, он был розовый. Это не то, что вы постоянно голубые, он розовый. Надо? Капа-капа. Что капа-капа? Что капа? Капа. Это значит, заипо. Не кадыба. Почему кадыба? Я всегда с собой беру видеокамеру. Кто помнит эту передачу? Такие глупые видео были. Вот так было. Мои YouTube, глаза едут, да, с вами. Сами. Ну, тогда не было YouTube, поэтому... Так интересно. Я не могу уже ехать. Я всегда... Вышел, пойдемте замерз. В баню. Пойдемте в баню. Вышел, замерз, забежал. Свет, иди в баню. Да, кстати. А, кстати, после выпивки не рекомендуют в баню, потому что слишком большая нагрузка. Конечно, на потому что сосуды расширены и так, а там сосуды расширяются еще больше. И от этого может быть очень плохо. А с каких стран тебе в основном хочу? Ну, первый это Россия, потом идет США, потом Украина, потом Германия, Швеция, Великобритания. Как они на русском понимают? Ну, я обычно говорю не на русском. Ну, как бы писать на писать. Когда это русские стримы, когда я в России нахожусь, когда не в России, то я стараюсь чередовать. Все, у меня есть nice speaker. Ингландо, por favor. Света, добавь в инсту, Света, добавь в инсту, Света, у тебя открыт инстаграм? Сейчас, у меня закрыт.
Но я, в принципе, подобавлять их всех. Если они записали. Ребята, все записали инстаграмы? Да. Или еще раз продиктовать? Давайте. Давайте пройдемся. Нет, девочки. Правда, если нет, нет. Подожди, сколько денег?